Вітаємо і оплесками. Именно слабожанщина и Харьков-1 помогали удерживать стабильную ситуацию в Харькове и области с апреля этого года. Эти ребята предупреждали теракты и провокации, охраняли админ здания. Летом отправились на передовую. И власть верховная принадлежит народу. И на самом деле, благодаря этому же народу все удерживается. Более того, я не разделяю подразделения, нормальные милицейские подразделения от народа. Это также народные подразделения, так же, как и армия народная у нас. По мнению евромайдановцев, такие правоохранительные батальоны сформировались благодаря революции достоинства. Активисты считают, именно такие люди должны представлять украинскую милицию. Это ребята с Майдана, это наши бойцы, которые были и в Киеве, были и в Харькове. Мы их хорошо знаем. И их там около 100 человек, но это действительно уже современная милиция. Я думаю, что вот они будут расширяться, их становится будет больше. И сегодня действительно это современная милиция, которую мы бы хотели видеть. Всем желающим предлагали записать видео поздравления украинским военным. Новогодние пожелания волонтеры передадут бойцам, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции. Мы дуже сильно чекаємо вас перемоги. З новим 2015 роком. Ми дуже вас любимо. Слава Україні! Слава вам! Слава всім, хто захищає нашу державу. Єлена Захаренкова, Борис Буцевич, медіагрупа «Об'єктив».